Снова я. Это снова ты. Ну привет. Привет. Привет, привет. Будешь стрелять? Да, получать удовольствие, как обычно. А как вчера пострелял? Мне понравилось. Замечательно. Вообще отлично. Выиграл что-нибудь? Нет, конечно. Ну что, я похож на того, который выигрывает на Олимпийке? Что для тебя стрельба? Жизнь. Краткая сестра таланта. Уже работает. 5 на 2, 2 на 2, там, да? Ну, дома 6-1, на сборах 3-1. Один из лучших способов стать лучшей версией себя. Это мой мир. Это просто мое любимое дело. Чувствую себя живой. Я чувствую себя собой. Семья. Да, я семья. Я не хочу умереть в работе. Я не хочу без твоих объятий. Что это? Дурак. Стрельба – это моя семья, это мои друзья, это мое общение, это мой социум, скажем так. Тут вот в сердечке. Просыпаешься с этими мыслями, засыпаешь с ними же. Способ самовыражения, любимое дело, которым я занимаюсь. Да, это повод утром вставать и ехать в тир. Занимаюсь 14 лет, никак не отпускает. Не хочу без тебя спать, я не хочу умереть в кровати. Я Изюминка, hello. Вот она приехала с одним пистолетом, а я вот с целой коробкой. Распаковка чаек. Магический пистолет. Это, знаете, как дамская сумочка. Это клатч. Пистолет на 25 метров. А это мини-тренажер, значит. Лиза, да, покажи, это... как ты с ним. Это вот ребята у нас. Вот так вот встаем, да. Тренируются. Запас пуля вообще нескончаемый. Вы заметили, что нету ни целика, ни мушки? Угу, потому что от него просто отрываешь кусочек короны и кидаешь, да? Можно и так, да. Можно и так сделать. Ну, ты отрываю уже. Надорвала. 2-е место. И что толку-то 2-е место? Да нет, результат какой? Как ваши дела? Замечательно. Вы довольны, счастливы, рады? Результатом или чем? Соревнованиями. Конечно, результатом. Конечно же нет. Конечно же нет. Но все хорошо. Послезавтра еще поговорим. Squares, the circle got smaller, the castle got bigger, the walls got taller, and truth be told, after all that said, niggas still got love for you. Что-то случилось, может потом быть? Мне в голову демоны начали где-то лезть. Ну, последняя серия просто не залетела. В принципе, нормально. Стрелял как мог. Андрей у нас профессиональный спортсмен. Занимается столько же, сколько я и живу, наверное. Вот. Так что, ну, он честно выиграл, да. Честно, поединок был. Впечатления, вы победили. Я очень рад. Не зря готовился к данным соревнованиям. А по последней серии я могу сказать, что... Такие серии делать нельзя. Так, все, забирай кубок. Все, выиграл. Да-да-да, поздравляю. Да-да-да, все, бери, бери, иди, да. Кубок не забудь.
Поздравляю, я тебя. Я вообще на призовое место сегодня не рассчитываю. Пацаны расщедрились, поэтому я уже... Я думал, ты специально из-за тайм-аута выкарабкался там в конце. Ощущения? Да. Получил, что хотел. Эмоции и первое место. Так, всем эмоции. Спасибо. Не ожидала, конечно. Не знаю, даже от радости заплакала после старта. Ну, просто хорошее настроение, да. То есть только в этом секрет? Еще в мультике. Ладно, шучу. Убежала, вернись, я не хочу без тебя спать. Я не хочу умереть в кровати, я не хочу без твоих объятий. Невыносимо тебя желать, я не хочу без тебя дышать. Ведь одеяло согреет плечи, ты знаешь, это меня не лечит. Рубрика «Шутка минутка». Сложился. Склонился к ногам. Штирлиц шел по Мюнхенштрассе, не разбирая дороги. К утру дорога была разобрана. А, нет, там еле разбирая дорогу. Так, все, отбой, вырезаем. Я сломала анекдот. Мне разминку не даете даже начать.